Восьмая серия. Участок Мурманск, Магадан. Ну, об этой серии будет мало пройдено, 35 километров. Но маршрут пройдет через город Кемерово. Насколько было возможно, я обозначил улицы, по которым проехал. Так, Николай Брежнев. Только сегодня, сейчас прочитал твой комментарий. Да, спасибо, благодарю. Как видишь, мечта почти реализовалась. Почему почти? Потому что была цель, огромное желание заехать в город Циолковский, возложить цветы к памятнику Гагарина и Циолковского. Но меня туда не пустили. Режимный город. Предложили написать заявку, заявление. Ну и через пару недель, говорит, будет ответ. Меня, конечно, это никак не устроило. Так, со стороны посмотрел. Кстати, уже возвращаясь назад, заехал в Благовещенск, из Благовещенска через город Свободный, вышел на трассу. Так вот, проехал Свободный, я увидел этот космодром восточный, стоящие на нем ракеты. Но это было на горизонте, не знаю, на кадры попадет или нет, но видел 4 ракеты на старте. Вот все то, что мне удалось посмотреть и заснять. Желаю тебе таких же поездок, таких же маршрутов. Так, комментарий Ардабот. По трассу я понял и все разобрал. Ну, не знаю, я, например, так и не запомнил название, номера всех трасс. Так, теперь Ардабот — это типа человек, играющий в танки. World of Tanks на артиллерии. Я Вася. Еще раз повторяю. Блокать не надо. Ну, я не собираюсь тебя блокать. А что мешает тебе взять ник «Танкист Вася»? Что очень даже симпатично и... Ну и мне, например, это бы гораздо больше понравилось. Танкист Вася или танкист Василий. Подумай. Так, больше комментариев. Так, Корбит написал, а сколько километров прошли? Ну, общий пробег, я ответила, 33 700 километров. В анонсе к этому сериалу я разместил 2 фотографии. Фотографию в день старта и фотографию в день финиша спидометра. Ну и простейшими арифметическими действиями получилось 33 700 километров. Так, больше комментариев нет. Все, смотрите, пожалуйста.
Ленина 656. Путь 9 часов. 72 километра. Средняя скорость. 5,4. Расход топлива. На 100 километров.
8-923-630-51-58. Повторяю, любые кассовые чеки. Телефон 8-923-630-51-58. Так. Любая услуга за наши деньги. Чтобы надуть работодателя. Любые. Путаешься, иногда едешь с востока на запад, остается в памяти. И каждый раз вот забываю, путаешься до или после, не только Мариинск. Новый сервис предоставляет следующие виды услуг. Ремонт большегрузного транспорта и полуприцепов, ремонт ДБС и ходовой части, а также шиномонтаж и клепка колонок. Имеется доставка запчастей. Выездной сервис. Улица Грузовая, 18. Телефон 923-525-44-43. Звоните круглосуточно. 923-525-44-43. Хватит. Вот
болтал, дай мне выехать из Кемера. Под Омском, где находится Уют и мотель Омич. Сначала оказалось мотель Омич, потом Уют. Ну, это из-за того, что каждый раз
дворец проехали, что ли, уже? Жила Алиса, так и поеду. Опять начинаешь мне выпендриваться. Через 600 метров поверните направо. Нет, спасибо. Пошла ты знаешь куда? Я уже слышал от тебя это. Я вот по Ярославлю. Поверните налево. По Ярославлю то сказала. Маршрут перестроен. Через 600 метров поверните налево.
ее, там такая задница. На светофорах, наверное. Поверните направо. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Ножички подевали силы. Поверните налево. Найден более быстрый маршрут. Не надо. Какой более быстрый маршрут? Она показала более быстрый маршрут Ярославля. Ну, в общем, Таганка отдыхает, таганская развязка в сравнении с этим перекрестком. Задница, блин.
26 километров. Пошла, ты знаешь куда? Со своим более быстрым маршрутом. Посмотрите, что из себя представляет в час пик. Управление Федеральной налоговой службы. Справа проехали. Так, еще одна пробища на... Это левый поворот. Ну, давай переставимся по дороге. Я думаю, кто-то там. Отличного настроения и удачи на дорогах. Вайбер, WhatsApp, SMS, единый номер. Радио +7 915 459 20. Радио, даже 5, прямо сейчас. Ну, еще ж музыку. Там, где я раньше был элементарь, потом все это
Черском тоже все очень хорошо. Это же тоже бывший немецкий курорт. Назывался он Нойкурен. Соответственно, это была рыбацкая деревня, которая основана сами рыцарями тевтонскими в 1256 году. Ну, а у нас такой тогда еще не было. А в 19 веке там нашли минеральную воду, появился первый курорт для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. И сейчас там крупнейший российский санаторий, где лечат детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Поэтому и пионерский, потому что тут для детей без них. 18.42. Пионерский. Ну и чистенький такой, аккуратненький, небольшой город. 14.42. Инфраструктура питательная, кафешек, с моей точки зрения, маловато. Но народ туда потянулся, и еще раз говорю, там очень красиво. Даже просто рождает предложение. Даже если бы у нас из тех 10 дней, чтобы там не было бы, там очень хорошо гулять вдоль моря, какие-то променады построить, эти дюны, эти сосны вместе образуют такую смесь термоядерную. Так хочется дышать, просто этот воздух резать ножом. Я теперь понимаю, почему не зря вот на этих холодных берегах там были немецкие курорты, почему в Нормандии так любят французские. Ты не привез туда бы с собой? Вот это нарезано воздуха? Нет, не привез, но настоятельно рекомендую, когда будет время. Чем еще замечательны эти места, что, во-первых, лететь недалеко. Очень популярно. Давай сейчас посмотрим. Очень популярное направление, местный аэропорт работает в каком-то таком режиме. Серьезно, почти как московские аэропорты, потому что я был где-то там дважды. Так, конечно, прилетает, улетает, самолет прилетает, улетает, аэропорт долго исправляется, полтора. Вот вопрос. Я знаю, что там бывают затруднения с вылетом из Калининграда в силу погодных условий. Везде бывают затруднения с вылетом, а ты думаешь, в Магадане не бывает? На самом деле, я сколько раз летал туда, у меня практически никогда не было никаких проблем. Аэропорт современный, оборудование современное, взлетная полоса хорошая, поэтому некоторые компании, я одну компанию большую, куда я не полечу, себе, а вот самолет такой-то компании задержится на 2 часа, не буду говорить, как я этой компании никогда не летал. Но я постараюсь аэрофлот, там никаких проблем нет, в прошлый раз победа летал. Так что рекомендую. Плюс к тому, очень хорошие дороги сейчас строят по области. Строят Приморское кольцо, можешь посмотреть на карте, оно уже почти достаточно. Пионерский, вот как мы, если есть машина, то мы ездили в Ленинград, мы ездили в Светлогорск.
Курск. Мы ездили в сам Калининград, ездили еще в несколько мест, но на Курскую кассу не собрались, потому что у нас на плане потом. Я там был не несколько раз, а жену собираюсь куда-нибудь увезти и тебе показать, потому что это одно из таких чудес природы на просторах нашей страны. Ну, знакомое место, конечно. Совершенно знакомое, совершенно сумасшедшее место. Кстати, на самой Курской кассе тоже есть места, где можно отдохнуть. Там, правда, невозможно подняться к дикарем. Но есть санатории, есть дома отдыха, есть база отдыха, где можно всегда остановиться. Ты знаешь, я в последнее время слышал, что просто среди знакомых некоторые люди попали по 2-3 раза за последние годы в Калининградской области. Ну, я тебе могу сказать, что я в этом году был 3-жды. У тебя еще работа связана. Да, и еще собираюсь. И очень люблю. И семье моей очень понравилось, поэтому мы с удовольствием поедем еще. Я уже несколько людей знаю, которые туда ездят принципиально. Кстати, очень выросли там цены на жилье, потому что многие поняли, что граница – это вещь такая относительная. Она сегодня есть, а завтра граница захлопнули, как сейчас. А Калининградская область – это наша Россия, это Балтика, это чисто, это красиво. Это, ну, кстати, в Янтарном, два пляжа в Янтарном – это единственные два пляжа в России, которые имеют голубые флаги международного признания чистоты пляжа. Лондонские знаки самых чистых пляжей. А в Светлогорске, я думаю, тоже этот пляж вполне себе достоин, потому что я рассказывал бесплатно. Широкий, длинный. Пожалуйста, приходи. Которые уже точно такие же. Да, Дорожская площадь, по-моему, здесь. Есть, хочешь за деньги лежаки возьми, хочешь любую активность, пожалуйста, вот тебе сад, вот тебе там лыжи, вот тебе серфинг, все это есть уже у нас. Главное, чистые, где убирают, туалеты, все. В этом смысле молодцы, поддерживают все очень чистыми. Ну и что мне сильно порадовало, еще и бесплатная парковка огромная рядом с пляжем была. Это, в общем, не похоже на Россию в целом, чтобы у нас рядом с пляжем бесплатная парковка, а там она есть. И весь пляж вот широченный, в том числе в той части, где находится государственная резиденция, весь пляж бесплатный, со своей нужды. Какое счастье. Спрашивают, Игорь, какие карты ты используешь для автопутешествий по европейской части России, а вообще используешь ли какие-то карты? Конечно, использую. Это и Яндекс, естественно. А если нет, то у нас устойчивой связи. Вот я рассказывал, например, про путешествие по Мурманской области. Там целом ряде районов нет связи, нет интернета, в смысле. И для путешествия, когда я путешествовал по Европе, использовал Maps.me, очень удобно. Maps.me, вот то, о чем я говорил. Я говорил Maps.me, Maps.me. Скачивать очень удобно. То есть или Яндекс, ну, или нету. Это наше все, что называется. Сейчас, кстати, во многих автомобилях, в том числе иностранных марок, карты Яндекса предустановлены, карты Яндекса уже, например, установлены в машине, только подключайся и не забывай оплачивать симку. Хотя многие компании предлагают вот эту самую симку предустановленную, берут на себя оплату как минимум на 3 месяца, а то и некоторые на год. Так что, конечно, используем. Можно ли заплатить себе Ленинградскую? Maps.me. Она не очень большая, но чтобы понять, там, вот профессиональное путешествие. Там 150 на 200 километров. Но при этом масса дорог сблизиться сложно, но может, при желании все можно. Было бы желание. Так что вот еще одна точка для путешествий, это как раз Калининградская область, где можно много ездить, много чего посмотреть и прекрасно отдохнуть. Кстати, я говорю о пляжах, которые оккультуренные, что называется. Так, это газ. Вот, городок. Но между ними, вот если посмотрите по карте, есть достаточно много интересных пляжей, где дикая, в общем, очень природа. Место знают и часто пользуются, говорят, а мы вот ездим вот туда, там просто выезжаешь на пляж, не на сам пляж, недалеко бросаешь машину, поставил палаточку, выезжаешь. Там до сих пор достаточно много таких мест. Рекомендовать не буду, поскольку ни разу в палатке там не жил, но, говорят, есть и такая возможность. Ну и, собственно, про автомобиль. На чем ты съездил? Любимое развлечение, расскажу про автомобиль, который мне очень понравился. Это российский автомобиль производства Калужского завода СМА. Это автомобиль, который сейчас не так давно производится у нас в Калуге, называется Citroёn. Так, сейчас должна быть заправка справа. Значит, автомобиль очень любопытный. Если не ошибаюсь. Что знаем мы эту серию, это каблучки. Peugeot Citroёn, они были всегда очень популярны в России и в мире, но предыдущие поколения в России не были.
что с этого года. И это целая серия автомобилей, которые выпускают на Калужском заводе под тремя марками. Они отличаются друг от друга внешне немножко. И по салону, по комплектациям, это Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo. Что любопытно, что производство полностью перенесено в Россию из Западной Европы, в том числе производство дизельных двигателей перенесено в Калугу. Очень смешно, в Европе многим компаниям при строительстве их откручивают голову, типа отказывайтесь от производства обычных автомобилей, переходите на электромобили. Но использовать не запрещено. Но использовать не запрещено, и поэтому вот эти автомобили производятся в Калуге, производятся в России и в Западной Европе. Мне кажется, нам надо спасибо сказать. И в Западной Европе. Они продаются, вот эти автомобили в том числе продаются два года во Франции российского производства. Ну, что я могу сказать про этот автомобиль? Это каблучок, но с нашей, по нашей классификации. По их классификации это совсем не каблучок. Это компакт вен, называется у них. Это пятиместный автомобиль, который, что называется, и в пир, и в мир. Потому что у него, с одной стороны, очень много приятного и интересного для пассажиров. И мне его рекомендовали как очень хороший автомобиль для дальних путешествий. И так оно и есть. Водителю и переднему пассажиру, и три задних места. Там очень много воздуха и над головой, и перед тобой. Причем эти три места можно двигать как угодно по отдельности. Вперед-назад снимать любое из этих трех мест. Хочешь и три вместе. Плюс к тому вот среднее место, там спинка, ее можно откинуть вперед. И получается между двумя креслами столик такой очень хороший. А есть еще столики в передних сиденьях. То есть задним пассажирам будет очень вольготно. Но учитывая, что у автомобиля две сдвижные задние двери, то, соответственно, парковаться очень удобно. И никаких распашных дверей нет. Класс. Почему он такой называется мультиспейс, то есть многофункциональный? Потому что ваше пространство... Потому что если вот 5 мест в салоне, то в автомобиле очень большой багажник, аж почти 700 литров. Огромный багажник. Это по полочку. Если полочку скинуть, туда можно шкаф вертикально поставить, потому что автомобиль высокий. А если снять 3 задних места, то получается у тебя салон в 3 куба. И кубометр. И, соответственно, еще раз говорю, это очень модная такая штука в Европе. С одной стороны, семейный автомобиль, автомобиль для путешествий, замечательно выглядит. А в будни можно возить арбуз? А в будни можно снять эти кресла и использовать автомобиль как грузовой фургон. Почему бы и нет? Задняя дверь поднимается вверх, как положено сейчас. Раньше у них предыдущих моделей были распашные, теперь вверх поднимается. И еще раз говорю, туда можно засунуть слона, даже если не складывая его. Ну и с точки зрения энерговообразности, возможно, тут два двигателя у нас в России, оба 1,6 литра, значит, это 115 лошадиных сил бензиновый и 90 лошадиных сил дизеля. Причем коробки механика и шестиступенчатый современный автомат, он, правда, бензиновым двигателем. С бензиновым, с дизелем только механика идет, но, наверное, дизель и механику выбирают те, кто хотят сэкономить, потому что все-таки... Если расход бензина такой божеский, 8,5 литра в среднем получился, то на дизеле можно и до 6 литров довести раз. Не могу сказать, что это самый скоростной автомобиль в моей жизни, потому что он не для этого предназначен, это не спиди-гонщик, что называется. Это автомобиль, который плавно идет в город, 14 секунд да, на бензиновом двигателе до 100 км. Это не рекорд, но с другой стороны, в потоке и в городском, и на трассе я не чувствовал себя ущербным. Для того, чтобы поехать по плохой дороге, высокий клиренс для нас специально сделали, и теперь такие автомобили поставляются в Европу. В отличие от 14 см клиренса французского, сделали для нас 18 см, 180 мм. Это вполне дает возможность проехать по бездорожью, тем более там есть система очень удобная, которая называется грип-контроль, которая позволяет с помощью электронных регулировок придушить или распустить систему стабилизации, и это имитирует как бы полный привод. Не грипп, а грипп. Грипп, да. Ну и плюс к тому, все, что надо там есть. Есть музыкальный центр, есть дисплей, пусть небольшой, но современный и работающий. Есть все системы безопасности, есть подушки безопасности, система стабилизации, естественно, есть. Ну и все прочие системы присутствуют. То есть и для развлечений, и для комфорта, и для безопасности все в этом автомобиле есть. Стоимость его, кстати, достаточно божеская, поэтому на них сейчас, как и на все другое, очередь. Цена начинается от 1 250 000, ну, за огромный автомобиль такой.
И самый дорогой вариант с автоматом стоит 1 450 000, вот то, что я брал. При этом, конечно, можно еще дополнительных опций поставить, ну, будет 1 600 000. Но при том, что средняя цена нового автомобиля в России сейчас 1 860 000. Но это с учетом того, что это как бы два автомобиля. Нет, в одном, не оставлял. Ты же сказал, оставишь свои ключи, поэтому я свои забрал. Не стыдно куда-то приехать, и можно перевозить какие-то серьезные грузы. В общем, я уверен, что эта машина найдет своего покупателя. Она уже нашла учиться. И у нас, и во Франции. Спасибо, Ситроен, спасибо Игорю Жарета и нашим слушателям. Всем счастливо. Всем хорошей дороги. Автодетали. Маржаретта. Известная фамилия. Петропавловске, Камчатском в понедельник до плюс 17, кратковременный дождь, в Хабаровске до плюс 20, также временами дожди, в Екатеринбурге 15-17 без осадков, в Мурманске 13-15 без осадков, в Великом Новгороде до плюс 20, кратковременный дождь, в Перми ожидается плюс 15 без осадков, Оренбург, воздух прогреется до плюс 26, переменная облачность без осадков, такая же погода в Казани, чуть прохладнее, плюс 22. Воронеж до плюс 31 без осадков, Ростов-на-Дону воздух прогреется до плюс 33, по-прежнему осадков не ожидается, в Краснодаре еще жарче, плюс 35, Сочи плюс 31 градус без осадков. В Москве кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы плюс 22-24 градуса. Обсуждаем, что было, рассуждаем, что будет. Еще не вечер. По будням после 20 часов на радио 200 FM. Вам кажется, что вы живете в уникальное время? Вам кажется, что ничего подобного история еще не знала? Вам кажется. Главные события недели. Все это уже где-то было. Обратимся к прошлому, чтобы понять, что происходит с нами прямо сейчас и что делать дальше. Иногда они пересекаются. Программа «Параллели». Каждое воскресенье на радио Вести ФМ. Из шифровок Анны Шафран Сергею Судакову. Все тайное должно стать явным. Время пришло. Выполняйте немедленно. Представляем новый проект. Тайны разведки. Как работают ЦРУ, МОСАД, МИ-6 и другие спецслужбы мира? Кто находится под их прицелом? И в чем главные уязвимости наших врагов? Анна Шафран и Сергей Судаков раскрывают секреты. Раскодируют шифровки. Явка каждый понедельник после 21 часа. Пароль Вести ФМ. Только убедитесь, что за вами нет хвоста. ТЧК. Так. 15 часов в Москве. В Москве 15, а здесь... Новости. 18. Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские паралимпийцы продолжают успешное выступление на играх в Токио. Легкоатлетка Анна Сапожникова завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину. Теперь на счету нашей команды 51 медаль, 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых наград. Российская сборная занимает третье место в медальном зачете. Число подтвержденных случаев коронавируса в России возросло за сутки на 19 286, сообщили в оперативном штабе. В Москве выявили около 1500 инфицированных, в Петербурге 1318, в Подмосковье чуть более 900 человек. Более 80% учителей московских школ прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия». Он выразил надежду, что новый учебный год пройдет нормально. Начальник также рассказал о внедренных в системе столичного образования электронных сервисах. Внедрены новые системы в московской электронной школе, персональная настройка